Семена замечательно проклюнулись. Все 5 штучек перца. А посредине баклажан. Я его замочил позже, но все равно посажу сегодня. Состав земли самый простой. Натуральный торфогрунт. Агроперлитика. Подсыпать. Биогумус и золы. Пикировки вытягивать удобно за эти вот ленточки, и корни совершенно не повреждаются. Делаю лунки где-то сантиметровые. И сажать можно прямо с гидрогелем. Чуть-чуть присыпаем. И поливаем. И, конечно, в поддон побольше. Теперь накрываем пленочкой. И ждем, когда наши перчики проклюнутся. Следующее включение про томаты. Как раз должны проклюнуться перцы.